так сейчас выглядит двор между домами 85 и 87 на улице Мира. Ранее здесь была хоккейная коробка, от которой на данный момент практически ничего не осталось. Сугробы и старые железные футбольные ворота – единственное развлечение для ребятишек. Но вскоре все круто преобразится. На месте пустого поля появится новая современная спортивная площадка. Сотни жителей смогут активно проводить время на благоустроенной территории. Местная жительница, многодетная мама Анна Корнилова, очень рада предстоящим изменениям в своем дворе. И спортивная вот эта вот площадка баскетбольная, у меня сыну 15 лет, я думаю, он будет очень рад, когда я ему сообщу сегодня, что у нас появится такая площадка, провести какое-то время с детьми вместе на какой-то благоустроенной территории. Для меня, как для мамы, это очень-очень приятно. Жителей района ждет спортивный объект. На площадке будут укладывать новое покрытие из резиновой крошки, устанавливать ограждения, а также футбольные ворота, баскетбольные корзины и стойки для волейбольной сетки. Что касаемо сроков, в рамках заключенного контракта у нас сроки определены: начало выполнения работ – это с 1 апреля и окончание работ – 1 августа. Все это станет возможным благодаря слаженной работе администрации города, депутата Березняковской городской думы Елены Беляевой и местных инициативных жителей в организации сбора средств, которым поможет компания «Уралкалий». Много раз ко мне обращались жители уже в течение нескольких лет по поводу старой хоккейной коробки, ну вот которой уже сейчас ничего не осталось, сквозь асфальт проросла трава, и просто там социальные элементы собираются, буяне добьют бутылки. Я, в свою очередь, обратилась в компанию «Уралкали», которая поддержала вот эту инициативу. Всего в этом году в рамках инициативного бюджетирования на территории Березняков будут реализованы 5 проектов. Ирина Федорова, Кирилл Яранцев, наши новости.